Ну, есть огромное количество претензий уже давно к Макдональдсу. К сожалению, очередные претензии, они лишь подкрепляют то, что политика, она есть везде, в том числе и в экономическом моменте, да, то есть того, что мы покупаем и что мы продаем. Поэтому я думаю, что если мы хотим что-то запретить, то, как недавно нашумевший момент там с банковскими картами, я думаю, что для начала неплохо создать что-то свое. Мне кажется, что в России все-таки нет столь крупного, я не знаю, медиахолдинга того, чтобы продавать булки, если это не Макдональдс. Поэтому, если мы хотим какие-то претензии выдвинуть Макдональдсу, то нужно понять, для чего мы это делаем. Хотим мы на этом заработать денег за счет судов, хотим мы закрыть Макдональдс у нас. То есть я все-таки считаю, что нужно не заниматься полумерами, а конкретно прийти к тому, чего мы хотим от данной ситуации получить. Если мы хотим запретить Макдональдс в России, то, наверное, не стоит делать полумеры в виде судов где-то в области, а все-таки стоит выдвинуть какие-то конкретные претензии к данной организации. И тогда для этого стоит все-таки задуматься о том, чтобы, собственно говоря, придумать что-то свое. Либо все-таки в очередной раз отделять экономику и политику, которая в очередной раз смешалась.